на 80 литров. Один был вот, лет, наверное, 7-8 прослужил. Этот второй лет 6, одесский, кто тоже сейчас закапал. Это посоветовали, говорит, найди, говорит, болгарский бродик с керамикой внутри. А то-то какие-то там, не знаю, такие... Ну, керамическое покрытие. Да, а то там какие-то, сейчас я как-то его чистил последний раз. Вот такие ошметки на баке прямо висят. Какая вода так. Да. Я вот жалею, что я когда ставил, не поставил перед бойлером фильтра дополнительные. Мы сейчас перепаивать. Мы сейчас это вот с женой решили в ванной все эти сантехнику поменяли, плитку содрали, бум, ванну убираем, будем душевую, ну уже старый там, где-то потом какая-то бабушка была, она там так вот всю ногу через эту ванну перекидывала еле-еле. Моя говорит, давай эту ванну выкинем, то это сделаем душ, потом, чтобы хоть старый приполз там, там перешагнул, что это так хотя бы обылся. Ну, душевая кабина, это большую надо ставить, потому что у меня вон у отца даже большая, как-то я пару раз в ней пытался помыться, но настолько это неудобно. Там и наворочено все, там и телефон подключить, и радио включить, и... Да не, мы нет. Все, мы... и больш... ну, неудобно все равно. Мы с... там будем по-своему делать это. Не, я себе взял пластиковую ванну угловую. У меня ширина ванны 1,60 м. Вот я 1,60 м взял, она угловая. Ну, да. Можно сесть, сиденье стоит. Ну, лежать в ней. Ну, хочешь лежить, да, ну, что там лежать. Занавеска, вот это все. И как душевая кабина. Залез, помылся, душевая панель. Мы... Не, недорогая, такие уже сколько лет он работает. Мы решили уже это сделать. Мы там ее как-то это душевую мы брать не будем, мы там будем отдельно выкладывать, все, чтобы такое аккуратненько было. А, ну сами. Да, а, да. Ну это другое дело. Специалисты да, там, да, да, парень, да. Потому что готовая брать, ну, говорю, она неудобная, ну, такое. Что... Она там такое одоробло, чтобы большое это самое. То если есть люди с руками, то... Да, они что-то так. У меня сосед, на котором это даже он строитель, он сделал. А моя папа пошла, глянула, говорит, так классно, такое все компактненько, хорошо сделано. Давай и мы сделаем. Говорит. Сперва упирался, он говорит, ну давай же сделаем, потому что тебе так вот тянуть, тянуть. Там же опять предусмотреть, чтобы не плиткой было выложено, а что-то такое, чтобы не скользкое, не дай бог.